Жители Барнаула резонно отмечают, трубы на проспекте Калинина ремонтируют каждый год, но теперь обещают раз и на 30 лет. Именно столько прослужит новая теплосеть. У старой износ 95%, меняют сразу 350 метров. И так по всему городу. Этим летом, наконец, заменят нормативные 3% теплосети. В планах по городу Барнаулу под замену 30 километров сетей, 10 уже выполнено, это более 30%. Поэтому, я думаю, 1 сентября уже металл будет полностью закончен. Пока все в графике. С каждым годом количество повреждений на сетях только растет. За 2018 год их было более 1000. Это на 7% больше, чем в 2017. Одно из самых масштабных повреждений – труба на водопроводной. Сейчас ее меняют на новую. Зимой в 30-градусный мороз с порывом боролись больше суток. Без отопления осталось 12 тысяч человек. Сейчас здесь завершают монтаж новой теплосети. Изоляционный материал здесь была минвата, сейчас ППМ-изоляция. То есть это изоляция, которая не разрушается, она твердая, то есть по ней ходить можно, ее можно бить, для того, чтобы ее снести топором рубят. Работы ведут во всех районах Барнаула на 51 участке. Заменяют самые изношенные трубы. Для этого иногда приходится вскрывать асфальт и ограничивать подачу горячей воды, если резервная схема не была предусмотрена. Но это временные трудности, за которые энергетики приносят извинения. Сейчас их главная цель – сделать так, чтобы зимой не нужно было беспокоиться о качестве и надежности теплоснабжения сотен тысяч барнаульцев. Дарья Демиллер, Александр Антропов. День с толком.